Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Вы на канале Киевский метрополитен. Сегодня мы поговорим про станцию метро Крещатик. Станция Крещатик – одна из первых станций киевского метро, расположенная на Святошинско-Броварской линии. Была открыта 6 ноября 1960 года. Станция пилонная, глубокого заложения, имеет три подземных зала, средний и два с платформами. Залы соединены рядом проходных порталов, чередуя с пилонами. Станция является пересадочной на станции Площадь Независимости Оболонско-Теремковой линии. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Киевский метрополитен. Всем пока!